что, ребят, всем привет. Еще раз всем привет. Сегодня мы начинаем проходить Destroy All Humans. Это ремастерит игры 2005 года с PlayStation 2. Собственно, немножко ее посмотрел. Игруха прикольная. Там всякие анальные зонды существуют. Вытаскиваешь мозги через жопу. В общем, все весело. Уничтожаешь, расчленяешь и так далее. Такая немного комедийная игруха. Так что давайте начнем. Люка, здорово. Новая игра. Он здесь. Людишки планеты Земля. Предупреждаем, мы доработали и улучшили подачу материала, но содержимое историческая правда первого хуронского вторжения от этого почти не поменялись. Слова, образы и аспекты этой истории могут шокировать ваши слабенькие современные мозги. Привет, друзья! Скажите, случалось ли вам любоваться ночным небом? И спрашивать себя, есть ли жизнь на других планетах? И что за удивительные создания обитают там? Наверняка они только и ждут. Протянутой рукой дружбы, пока люди выберутся в космос. Какой это будет прекрасный день. День, когда мы наконец повстречаемся с нашими братьями по разуму. Один шаг, как там, для человечества. Полная боевая готовность, генерал. 4. Ну давай, крошка, покажи класс. 3. Какого черта? 2. Это что еще такое? 1. Нет, стоп, остановить этот счет. 3. Забацать что-нибудь на гитаре? Первым делом. Сейчас хочу гитару, будем лобать. Он ранен. Герак и вырубился. Безмозглый кретин. Зря я тебя туда послал. В чем дело, Покс? Видок у тебя, как это сказать по-ученому, приторможенный. Ну, скажем так, я очень надеюсь, что в эволюционном смысле ты окажешься менее тупиковой ветви, чем твой предшественник. Ничего не понял. Открыть тебе тайну. Слух об этом говорить не принято, однако с каждым новым планированием наши генетические матрицы из ДНК-хранилищ неумолимо деградируют. И это плохо, да? Только для тех, кто собирается жить вечно. Благодаря клонированию... Конечно, это плохо. Я отправил Крипто-136 на поиски планеты, которую мы посещали в далекой древности. Планеты, где остался частичный генный материал хуронов. Но связь была утрачена. Так, давай по-простому. Ты послал меня и его Крипто-136 на враждебную планету, и он пропал. А если он в плену? А если его там прямо сейчас пытают? Ну, я бы не стал. Да уж, куда тебе? Короче, Фокс, слушай сюда. Ты у нас, конечно, голова, но иногда не тормозить не надо, а тормошить. И сейчас как раз такой момент. Решительный инопланетянин. Тот самый. Возможно, ты прав, 137-й. Ясный пень, я прав. Смеется, что ли? Крипто спереди в лапах каких-то мака. Мы тогда вломимся, а потом мы все вломим. Надо вытащить меня, его. То есть мы должны, я должен, так мозг, колок, когда я могу что-то взорвать. Терпение, Крипто, терпение. Я с тобой согласен. Готовь корабль к отлету. Вот я же говорю, как там эта жалкая планета называется?
Наша цель — планета Земля. А Земля там где-то вообще далеко. Так, выбор задания. Давай лабораторию Поксом. Welcome to my little laboratory. You may not have known this, but I flatter myself to be something of an inventor. Какой-нибудь... In my spare time, I've been developing some truly impressive weapon and ability upgrades. Ну-ка, вот такой скрин. Share them with you. If you've got something for me in trade, Joker. Say some of that delicious DNA you've collected. Стандартный. Элвис. Элвис прикольный. Крипто-классика. Это, видимо, с игры оригинальной. Сильный крипто. Камень закрыт. ВФГ. Прикольный. Давай его возьмем. Выбор задания. Начинаем. Showtime. Цель — планета Земля. Костюмчик явно прикольный. Говно. И тут же он влез в какашку. Он там выживает криптоспиридия 137. Крипто на связи. Ну как там вид? Ну из иллюминатора. Не стрёмно? Ага, очень смешно. Но я лучше буду смеяться с орбиты, пока ты там внизу. Омерзительная планетенка. Крипто, слушай внимательно. Чтобы наше отторжение прошло гладко, прежде всего необходимо выделить доминантные биоморфы на этой планете. В анте молоконосные травояды кажутся мне вполне подходящими. Ты кого имеешь в виду? Этих раздутых планетчик из ограды? Yes, I'm afraid I do. Да, боюсь, что да. But they're covered in nipples. Да, у них сиськи во все стороны. Нет, немедленно прекрати. На диалоге потише сделать. И крикать приходится. Настройки. Идем. Так, наверное, сделаем. Посмотрим. Сохранить. Воскресенье, ты на Динар, работаешь уже за кабана. По-моему, 20 числа я уже на Динар выхожу. С тобой будем работать. Вольфуд, привет, спасибо за лайкос. Так, проникните на коровье пастбище. То есть просто добраться до фермы. Окей. С помощью сканирования мыслей мы можем проникать в сознание низших существ, улавливая жалкие недомысли в жалких недомозгах. Сканируем корову.
Ну, ну кто бы сомневался, чтобы она что-то другое думала. Примитивно, но проникновенно. Давай-ка еще одну. Давай еще одну. Готово. Что, снова му? Эти торможенные молокососы за нас за идиотов держат? Они едят прямо ртами. Фу, да меня сейчас вывернет наизнанку. Внимание, обитатели Земли. Эта планета теперь является частью Империи Фуронов. Ваши новые хозяева милостно приветствуют вас. Мы намерены похитить тебя для научных исследований. Процедура будет весьма длительной и насильственной. Возражения? Обитатель планеты Земля. Я к тебе обращаюсь. Отвечай или готовься к распылению. Чтоб сомневался. Да плевать, насколько у тебя желудков. У меня на это нет времени. Перебейте коров телекинезом, утопите корову в озере. Давай. Где у нас озеро? Ирак. Давай, ну схватим их в толпу. Страйк, ёпта. Готово. Марта, а ты не говорила, что у нас на ужин будет жаркое? Погоди. Это не отбивные. Ёшкин кот. Марта, дай мне добавить. Примените разряда мед, чтобы прикончить фермера. Минус один. Извлекаем мозг. Это долго происходит. Гарольд, иди глянь, что по ящику показывает. У них там лошадь говорящая. В жизни такого не видела. А тут пришелец мозги сосет у мужа. Зеленые человечки из космоса. Я не зеленый. Но зеленый пошел в жопу. Так, пока счетов. Ну, это, в общем, объясняется то, что... Ну, короче говоря, ХП твое. Когда вы собираете мозговые стволы, щит заряжается быстрее. В тарелке тоже есть щит. Чтобы его заряжать, нужно принять вытягивание гуманоидов или машину. И тарелки не восстанавливаются автоматически. Убейте реднеков. Готово. Надо мозги с него вытянуть, пока живой. Блин, он долго мозги вытягивает. Может, курицу в него запустить? Он курицей подхерачил. Готово. Блин, мне дадут мозги высосать последние. Бедрок, привет. Спасибо, что зашел. Еще раз. Добрый вечер, мистер Турнес. Нам позвонил Диксон, у него ферма по ту сторону шоссе. Говорит, от вас какой-то странный шум доносился. Зеленые человечки, они повсюду. Это что, новое зернохранилище? С громадной крипто, твой космический корабль пытается проникнуть в гуманоидные силы правопорядка. Если эти недодубки доберутся до твоего квантового расщепителя, они могут прожечь дежу пространства на временном континууме. Не дадим пробраться. Эту игру я знаю. Блин, несколько таких видосов. Игруха прикольная. Мне понравилась. С юморком. Погнали. Так, дополнительно. Бейте фермерскую жену с помощью куриц.
А где курица? Надо курицу найти. Где-то тут они паслись. Ну, погнали. Я мою курой, курой захерачил. Ладно, в бабку нормально попасть. Тихо, еще курица. Я поймал, поймал курицу. Тачку заодно. Ну там можно мозги-то высосать. Все. Доведи до места выставки. Все, и побочные задания тоже выполнил. Готов. Сделай круг на тарелке крипта, освойся с управлением, открывай огонь. Ну, короче, надо разгорачить здание. Прикольно, да, тут можно разгорачиться. Последнее здание. Да ты снайпер, крипто. Военные приехали. Занять позиции, бегом, марш. За сенатором Маккарти. Мы в огонь и в воду. И по всей пройдемся карте. Причиним свободу. Отлично. Военно-промышленный комплекс людишек пожаловал. Нельзя допустить, чтобы гуманоиды сообщили о вашем присутствии своему начальству. Уничтожь их немедленно. Будем сейчас армию раскирачивать. Огонь! Просто убейте военных, короче. Да, надо будет потом летающую тарелку прокачать. Будет слабовато. Быстро кончается. Где они тут? Последний. Готово. Так, еще. Вытягивай энергию земных машин, чтобы восстановить энергию тарелки. Вот машины-то нет. Я уже все расхерачил. А сейчас военных тоже, что ли, можно энергию вытягивать? Ну да. Прекрасно. Вытягиваем еще энергии. Они в меня стреляют, идите в жопу. Еще парочка осталась, да? Ну-ка, вытяни. А, ну, у меня уже максимум ХП. Гуманоиды идут за атаку. Последний раз, сотри их порошок. Окейшки. Так, где он? Давай вот этого сначала. Танки довольно-таки много сносят. Но больше всего сносят ракетницы. Я буду чуть позже. Превосходно! Давай, где он? Да, давай. Надо было танк этот мочить в самом начале. Все, готово. Марс атакует. Да-да-да. Бен Куат, привет. Спасибо за лайкос. Эта игра как бы, ну, собственно, и сделана что-то вот. Помесь Марс атакует, там, не знаю, там, те же самые секретные материалы, что-то вот в этом роде. Нам еще по геймплею напомнила игруху такую старую, Stop the Zombie.
Зеленый человечек на летающей тарелке сделал с лица земли элитное стрелковое подразделение армии США. Да, точно. Я это видел. Зеленый, не серый. Не придирайся. Ты понимаешь, что это означает? Само собой. Что? Что это означает? Налоем в пол. В какой-то веке не собрал. Свяжись с фигурой. У нас ЧП. Хоть сказать яйцеголовые? Поверь, Розвелл, это были только цветочки. Вторжение уже началось. Так, 100%. Пандемия коровьих увечий. Пропал фермер, обвинявший население овечьей коровы. То есть, как ни крути, как бы газеты всегда будут отрицать то, что инопланетяне где-то рядом. Все сваливают на всякую дичь. Я знаю, что ты сейчас думаешь. Это же я, жалкий новобранец, могу сделать для скорейшего уничтожения Земли и неотвратимой победы Империи Фурона. Я на это тебе отвечу так. Очень давно на заре Империи Фурона осознали, что обречены на вымирание. Мы постоянно воевали с низшими расами, и бесконтрольное применение ядерного оружия привело к мутации. Мы утратили способность размножаться, поскольку лишились гениталий. К счастью, фуронский корабль, возвращавшийся домой после уничтожения марсиан, обнаружил Землю. Цивилизация там оказалась юной и привлекательной. Моряки на чужой планете, необходимость спустить пар, в общем, все одно к одному. Короче говоря, у каждого человеческого существа на этой планете в недрах генетического кода скрыта нить фуронской ДНК. Мы за это время научились себя клонировать, но с каждым новым поколением информация портится. But with each iteration, the information degrades, and the results are increasingly unpredictable. Секретные материалы. Ну да. И результат становится все более непредсказуемым. Человечество несет в себе древние и неиспорченные гении фуронов. Это будущее наша раса. Надо только их получить. Ну то есть мозги вытягиваешь, и получается ДНК. ДНК тут типа в виде... Давай, наверное, луч. Луч качнем. Или вытягивание мозгов. Ага. Я пока не. Ну давай так. Улучшаем. Зарядная емкость батарейки. Выбор задания. Пытание, похищение. Ну давай, похищение пройдем. ДНК-то тоже нужна. Сейчас надо на что-то. Херово то, что этот ранец реактивный, недолго действует. Там наверняка его будет можно качать потом. Если я не ошибаюсь, надо коров будет в эту тарелку запихивать. Какие-то коров для исследования. 65 коров надо утащить. Ладно, ничего лишнего, облучь не захерачить. Быстрее, быстрее. Корова одна корова улетела. И сюда. Готово.
Бля, то, что стреляет, это не очень хорошо. Валим. Бля, где луч? Ровно улетела, сука. И еще, давай. Мило. Еще 4. Блядь. Почти на золото. Ладно, хотя бы так. Пища. Давай еще раз попробуем. Плохо вижу. Когда луч встает, коровы сливаться начинают. Все, последнее. Так, тут сколько у меня? 3. Давай, раз. Тихо. Да, блядь, нахуй ты столько сена-то кидаешь. Готово. Блять, идите, чуваки, в жопу отсюда. Вы только мешаете. Давай, 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 быстрее. 40 секунд. Это не корова. Давай, 7 секунд. А, все нормально. На золото. Че эту херню собрал? Пойдет. Готово. 1200. Так. Повернулся на корабль. Давай, наверное, что-нибудь начнем. Электродуга соединяет в ряд несколько объектов. Первой цели получает урон. Так, так, так. Угу, только эту можно, чтобы починить. Ну давай. Че же нет-то? Косарь еще остался. Парелка. Увеличивает емкость заряда луча смерти. Тут что? Длительность горения земли. Прикольно, конечно. Давай луч смерти. Следующий раз. Начинаем.
женщина, и женщина так аппетитна. У нее тут написано «Мисс Мультивселенная». Крипто, я вижу впереди толпу гуманоидов. Походу, они собираются для какого-то ритуала. Вот плавно проникнем на эту ярмарку. Отыщи податливого гуманоида, приведи его на корабль для допроса. Все понял? Да, понял. Нельзя потревожить полицию. Ну, тут говорят то, что типа этот. Тебя спалят, если ты будешь без маскировки. Это понятно. Он первая жертва. Сначала пусть забывает о том, что произошло этой ночью. Так. Чё? Да, теперь я превратился в него. Ну, это о том, что маскировка. Ладно. Как тачки поскрипывают. Кто-то там порится, значит. Так, попробуем прочитать, чтобы головась этот. Головась это у них как маскировка, короче, называется. А где же мой дом? Там писается. А там пасется бизон. Писается бизон. Так, двигаем на ярмарку. Пришел. Тренируем мысли. Безбожно. NPC всякую хуйню думает. Самая тупая мисс Рокул в истории. А дыньки у нее какие. Боже, люблю Америку. Права была Вирджиния Вульф. Никто ее не боится. Ну, это то, что они думают. Мы слишком грязные. Погодите, звездюрки фальшивые. Я вам всем покажу. Ну, некоторые мысли, я смотрю, повторяются. Так, мэра сканируем. Да-да-да, город цветет, бизнес процветает, надежда растет. Надежда расцветает последним, бла-бла-бла, скорее бы покончить со всей этой чушью и заняться делом. Сказать очаровательный мисс Роквелл, кто тут мужчина? Оба заехал в наши края, кто-нибудь красавчик. Украл мое сердце, мчался в закат. Так, вон еще там что-то какое-то. Вижу, давай ее. Тупую тёлку просканируем. Я королева, наконец-то. Я уже боялась, что взорвусь, если мамусечка впихнет меня еще хоть ложку капустного супа. Хочу цыпленка. Жареного или пареного. И у нее странные мысли. Крипто, я проанализировал все мысли, которые ты собрал. И, как мне кажется, нашел идеальный объект для зондирования распыления. Нет, для похищения и доставки на корабль. Мой вариант мне больше нравится. Твоя задача похищать, а не распилять. Как скажешь, только гуманоиды, они же сами себя не уничтожат. Понимаешь, о чем я? Я могу довести свою мысль. Как я могу тебе помешать? Так вот, я хотел сказать, что свежекоронованная мисс Рокул выглядит идеальной кандидатурой для тестирования. Все прочие гуманоиды ее желают или ей завидуют. Главное, у нее объем мозга в горошину. Гипнотизируй ее и отправь на корабль. То есть надо загипнотизировать мисс вот этой вот. Незаренный приказ. Давай загипнотизируем. Сопроведите мисс Рокул в обличии мэра. Отведите мисс Рокул к тарелке. Так, ну давай попробуем вот так сначала ему. И... Все. Превратились в мэра. Девушки. И тёлка. Пойдёшь? Да, идёт. Побежала.
Грин Астронавт, привет, спасибо за лайкос. Лично мне подавай разом и Кэрри Гранта, и Кэрри Купера. Вот что я называю горячая смесь. Куда тетя-то свинтила? Иди сюда. Надо мента просканировать. Я самый плохой коп на свете. Обидел старушку, которая не там переходила дорогу. Я просто зверь. Кстати, можно же и бабу тоже сканировать. Чай парить. Сбрасывание головаси, маскировка вам больше не нужна, удерживать джит. Не будем сбрасывать. Ля-ля-ля-ля-ля. Какая-то двинутая вообще. А волосы такие с зачесом, как у Элвиса. Ой, что это? Где это я? А что, конкурс пирогов уже кончился? Да, кончился. У тебя над головой конкурс пирогов. Что это, о божечки? Не надо, я вас очень прошу. Щекотно. Сейчас ей анальное зондирование прямо на тарелочке проведут. Приятного зондирования. О да, вот так, еще немножко. О, как восхитительно. Че, ее по кругу инопланетяне пусть. Вот вечно одно и то же. Менты приехали. Крипто, здесь скоро будут силы правопорядка. Скорее в тарелку. Давай. Наведи шорох. Уничтожь постройки с помощью луча захватчика. А у захватчика это че? Вот этот? Давай-ка. Тачку можно? Тачку нельзя. А какую-нибудь другую машину. Сейчас мы самую большую подстрельнем. Раз. Переборщил. Попал. Тихо-тихо, только не стреляйте в меня. Ай-яй-яй. Там больше не взять? Нет, можно. Готово. Давай-ка еще. Давай еще танком захернем туда. Готово. Ну все, дополнительные задачи выполнены. Танки захерачим. А то они что-то стреляют больно. Да там больше нет. Это слабоватый, у них армия. Тихо, кто шмаляет? О, сучонок тут стоит, блин. Прятался. Готово. Всю ярмарку расхерачил. Как интересно, там народу погибло. Если только по завалами. Да не выполнил. Это так, с помощью этого. Возвращаемся на корабль. Кошмар на Роклевской ярмарке. Непредвиденный ураган разнес ярмарку в щепы. Кстати, вон там в уголке еще эта баба, которую я взял, она походу... Мы сделали так, по крайней мере, подстроили, потому что она с ума сошла. Окей. Так, что катнуть можно? Увеличивает зону заражения при взрыве человеческой головы. Излечение мозга. Надо катнуть. Это дело хорошее, он что-то медленно мозги вытягивает. Все, короче, да? Что бабок не хватит. Так, буйство. Ну давай. Давай буйство.
попробуем пройти. По-моему, буйство, там просто надо народ сейчас будет размесить как следует. Так, где у нас буйство? Вон тут. Погнали. Кстати, если высоко летаешь, тебе ПВО тоже эти могут подстрелить. Пошли война. Бля, на выше все равно слабоватый. Сколько там у меня процентов максимально? 140. Мало. Так. Вот идет херовины, короче, электрические. Это дополнительные сотка ДНК, по-моему, да? Да, 100 ДНК. Кстати, меня там спалили. Ну-ка посмотрим, как вытягивание мозгов работает. Все равно долговато. Надо, чтобы у них вообще как из пробки вылетали мозги. Блин, ну долго вообще. Много времени занимает на каждого. Ой, соседние, смотри-ка. Соседи сразу же тоже мозги повылетали. Понял? Вот так чуть побыстрее, конечно, получается. Да тут больше никого в округе нет. Ну ладно. О, мужичок, иди сюда. Че, лишний-то ДНК пригодятся? Че, урод? Стреляет там еще в меня. На курице можно мозги высосать? Там, наверное, сосать нечего. Так, вон так херовина сейчас еще подберем. Погнали на испытание. Быстро. Лимит времени. Включите их телекинезом, чтобы получить больше, топите их в озере, чтобы получить больше. Ну тут до озера-то далековато. Ладно. Попробуем телекинезом. Давай, центр. Где? Где они? Это не очень активно бегут ко мне. Дедок неубиваемый вообще. Так, ребят, что-то вас много. Вот так не кажется. Да хилимся, хилимся.
берег дохуя что-то, чуваков. Ай-яй-яй. Очень много. Еще, давайте, 37 секунд. Бегут. Тихо-тихо, дед. Пошел нахер, дед. Все, золото. Мне дополнительные дают убийство что-то. В принципе, испытание-то пройдено. Да. Какие-то ДНК дают. Все, готово. Да все уже, я все прошел. 2000. Давай, ну. Посмотрим сейчас, что качнуть можно. Вернулся на корабль. Пешки. Так, луч прокачан. Здесь ничего. Телекинез можно качнуть. Что, сканирование мысли? Ага, голова себя прокачивает. О, блин. Тобой тоже надо. Она все закрыта. Ну... 1000. Нес? Опыт голова себе, да? 250. Нормально. На все хватит. Тарелка пока не качается. Финал. Ой, блин, зачем главное меню-то? Так, тут все пройдено. Здесь. Давай начать задание. Гражданин Крипто. Крипто, я уверен, что гуманоиды каким-то образом модифицировали геном окружающих травожрачных. Но зачем? Я хочу, чтобы ты исследовал этих сраных мутанов. Сканируйте корову. Сканируем. Мозги. Чем коровам мозги орят? Так, убейте ученых. Уничтожьте радиоактивные контейнеры. Убейте ученого с помощью взрывчатой коровы. Ну, давай. Короче, сначала надо ученого найти. Где он? Где ученый? Это ученый? Это ученый. Нормально. Можно так телекинезом все расшвыривать. Как бы вот. Подели. Резь. Угарно. Все что ли? Все задание? Лихо. Захватчики из космоса, спасайся кто может. Мэр созывает городское собрание. Наконец-то нам объясняют, что происходит. Так. Заходить в закрытые зоны могут только гуманоиды, имеющие допуск. Красная полоса вверху экрана показывает вход в закрытую зону. Она тоже указывает красный периметр на мини-карте. Вы можете проникнуть в закрытую зону правильно, подобрав маскировку. Полоса на экране станет зеленой. Если войти в закрытую зону без соответствующей маскировки, людишки поднимут тревогу. Так,
Так можно и задание провалить. Понятно. Так, сканируйте гуманоидов на собрании, проникните в городскую ратушу. Полетели. Ратуша того, но... Понимаю. Так, закрытая зона. В принципе, если можно в солдата какого-нибудь превратиться. Давай вот так. Сначала пусть забудет. Теперь превращаемся в него. Чик, все нормально. Читаем мысли на всякий. Если мне не дадут никого пальнуть, я скоро свихнусь. Я вижу марш-броски и ботинки ремонт. Так, а собрание у нас где? Чё за хрень? Эй. Странно. Меня почему-то спалили. А ты какой лысый. Прикольно. Так, вот, вот оно собрание. Окей. Так, ну-ка. Отлично, мента можно поймать. Я превратился. Окей. Так. Отвлечение. Давай, отвлекаем. Так, эти от него отходят. Давай-ка заныкаемся. Надо в мэра превратиться. Тихо-тихо. Так, успел. Уйдите на сцену. Тихо, поддерживаем маскировку. Голограмма мэра, главное, стоит, а они к ней подходят. Окей. Входим на сцену. Канал Руслана, привет. Болтовня, ну и короче, я с мисс Роковым не успел познакомиться. Она мимо прошла, задрав пшеницу по полю кругами кто-то выложил. Да и ровненько так. Я Эдгару сразу сказала. Плакали наши сбережения. Принесам ботинок новых не видать. Да Леночка еще как гос зубному не попадет. Я вас приветствую, мои собратья-гуманоиды, механизаторы зерновых. Тут ничего не происходит, все в полном порядке. Продолжайте свое ничтожное гуманоидное существование. Я все сказал. Эй, погодите-ка, господин мэр. Я тут в городе в этом нашем всю жизнь живу. И за вас, между прочим, на прошлых выборах аж два раза голосовал. Так что вы уж по правде ответьте. А не как обычно. Если у нас тут ничего не происходит, то с чего у меня коровы горят, как светлячки? Что ж, пустобрех. Так, коровы светятся как светлячки. Отрицайте инопланетное вмешательство, скажите правду, изобразите непонимание. Свечение это нормально. Это что? Это же самое здоровое на свете внутреннее сияние. Бывает у всех, кто жует свежую зеленую роксельскую траву. Я и сам ее все время жую, в кармане пучок таскаю, лучше всякого табака. Смотри-ка, радуется. Стелла, мечта, привет. Я тоже тебя рад видеть. Ты просто зашла. Странные дела творятся в Рокуле. Обвините во всем метеозонды. Обвините во всем коммунистов. Угрожайте слушателям, все отрицайте. Ну, давай и во всем коммунистов. Хотите знать, что тут у нас происходит? Так я вам скажу, что у нас происходит. Коммунизм, вот что. Повезло, радуется. Во всем, со всем этим надо что-то делать. Проявите патриотизм, пошутите, оскорбите слушателей, несите околесицу.
Ну давай пошутим. Я, конечно, люблю подшутывать над рогатами летающих тарелок, но без них нам всем было бы куда скучнее, верно? Над кем бы тогда издевались? Юморист. Ну им понравилось. Ответ защита. Граждане нуждаются в твердой руке. Пригрозите коммунистам, подорвите доверие к ученым, поработите землян, пошутите. Ну, давай еще раз коммунист. Короче, в другой раз, если кто увидит, как в ночном небе что-то летает очень быстро и светит по сторонам, скажите себе, коммунизм не пройдет. И никакие красные ракеты не смутят настоящего патриота. Нет. Спасибо за лайкос там. Так, стоп, погодите-ка, а какое отношение все это имеет к бардаку на ярмарке? А, но кто-то ведь разгромил Роксу в ярмарку. Говорите все на несчастный случай, раздайте пустые обещания, скажите правду и игнорируйте вопрос. Давай раздадим пустые обещания. Клянусь, я не буду знать покоя, пока мы не отыщем разрушитель ярмарочного веселья и не призовем их к ответу. Понравилось, смотри-ка. Постойте, я вот чего не пойму. Почему же в Санта-Модесте никто такого не видел? В Санта-Модесте такого не бывает. Так, успокойте слушателей, обругайте Санта-Модесту. Обвините во всем коров, изобразите непонимание. Да и жопу чешет, мэр, зашибись. Давай непонимание. Да откуда мне знать, черт возьми? Ах, не понравилось. Неверный ответ. Так видите, все в полном порядке. Незачем терзать наши крохотные мозжечки. Мэр прав. Все это объясняется случайным течением подозрительных, но рационально объяснимых обстоятельств. Ну, хоть поддержали в целом. Да, вот отлично. А теперь похлопайте. Громче, громче. Дебилы. Желаю всем спокойной ночи и доброго утра. Ну, в целом, фишка с мэром. Ты хорошо вжился в роль? Ну, почему? Вот лохи в мозгах один перегной. Эту планетку мы в два счета обчистим. Виктор, ты заметил, что говорил этот гуман это во время твоей речи? Послушал, наверное. Они все меня так любили. Сосредоточься. Он сказал, рядом есть еще один человеческий улей. Называется Санта-Модесто. Отыщи его, доберись туда. Тогда мы возьмем под контроль еще больше гуманоидов. Сейчас. Только тебя похвалил и тот же недовольство. А, ну ты имеешь в виду то, что поэтому, по сценарию. Так, можно что-то еще качнуть, наверное, надо на тарелку. Мэр говорит, что городу ничего не угрожает. По словам городских властей, ситуация со взрывающимися коровами находится под контролем. Давай. Поменяем. Крипто Элвис, крипто классика, стены крипто. А Джокера побери. Так, лаборатория. Это появилось. Блин, тарелку бы надо. Извлечение мозгов закрыто. Ага. Ну, все закрыто, кроме емкость батарейки. Полторы штуки. Ладно. Давай качнем это. Да, попробуем похищение или буйство. Попробуем здесь по бочку пройти.
очки-то тоже надо оформить. Давай туда. Тут, по-моему, похищение, да, будет? Так, тихо, не нападайте на меня, я вообще на задание иду. Так, захватите гуманоидов для исследования. Ну, то же самое, что и с коровами было, только этот. Сейчас людей надо будет эту тарелку кидать. The orbital transporter is stuck next to this blasted lake until I can manually override the control. Это не человек. Да, людей чуть посложнее выбирать. Тихо, иди сюда. Иди, иди сюда. Это. Там еще трое. Раз, два. Тетя, тетя, иди сюда. Готово. Еще есть кто? Топаем на ярмарку. Ну, на ярмарке это должно быть много народу. Готово. Туда прям. Ой, они же убегают еще. Тихо, иди, иди. Тетя, 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 ловись. Готово. Тихо, это не то. Снова нет, снова не то. Мужик, иди сюда. Давайте, все сюда. А, вообще луч уезжает. Мужик, готово. Тихо, это не то. Солдаты. Давайте все сюда. Почему на меня никто не нападает? Их было бы гораздо удобнее ловить. Что-то вообще как-то не очень. Мало. Мало людей собрал. Я не знаю, может быть их как-то общим телекинезом надо ловить. Я не успеваю. Да, мало народу. Не всех собрал. Тачку даже не хватить. А чё тут народу нет? Что ты сделаешь? Когда мы будем летать на таких красных тарелках? Да, хороший вопрос. Ничего не дали. Ладно. Давай другое задание попробуем. Ну, в этом-то и фишка. Поймать всех людей, как бы. Так, это задание на поимку людей. Если бы они тусовались там в одной кучке, было бы гораздо удобнее их ловить, а то они все разбегаются, еще прячутся. То есть не очень-то удобно. Знаю, может быть, по процессу прокачки как бы будет их удобнее ловить. Пробуем пока вот. Да не очень. Выбираем. А где задание-то? Задание где? А вот он. Буйство. Поджарьте коров. Окей. Я бы говядинку жарить. А, тихо. Над огнем их херачить. Интересно, что коровы посреди города делают? Ну, давай, взять.
Не прям. Возле одной этой херни толпились все. Ну так довольно-таки удобно. Мужика пожарим заодно. Блин, мощности луча не хватает. Давайте все сюда сбегайтесь. Кучку. Может быть, хотя бы на броню пройду. Пусть слабоват. Делай бы подтыпче. Второго странно разлетелись. Где остальные? Че, коров нету, что ли? Ты корова. Вон там еще сборище. Прям всю толпу. Давай. Мощности не хватает луча. Ему бы побольше заряда, было бы вообще отлично. Хоть все-таки какие-то миссии удобнее будет проходить по время, ну, по методу прокачки. Почему коровы? А, одна корова танцует, а все остальные бегут на ее голограмму. Все понятно. Я тут больше нет коров. А, и да. Тут голограмма исчезла. А где следующая? Где следующая голограмма? 20 секунд. Тихо, вон еще корова. Парочка. Блин, ну по улице же где-то тут должна быть голограмма. Ни хрена нет. Ладно, на серебро так. И так сойдет. Что там, 700, по-моему, ДНК дают, да? За серебро. За золото 1000. Если бы нашел еще третью голограмму, я думаю, я бы успел на золото. Давай дальше. Ну сейчас, по-моему, по-любому надо тарелочку-то качнуть. На корабль. Так. Соединяет в ряд больше число объектов. Первой цели цепи получает наибольший урон. Блин, вот это бы тоже, конечно, не мешало бы. Прям вот просится. Тачка. Тарелка. Увеличивает длительное горение земли. Давай щит качнем тарелки. Что, да? Паттер. Ну, тарелка, кстати, я смотрю, не очень-то активно качается. Так, вот 2500. 2500 надо. Полторы штуки, короче, надо где-то взять. Давай попробуем еще раз пройти буйство. Артгеймер, привет. Надо найти за третью голограмму, я не знаю. С людьми пока что-то вот не очень получается. Давай, корова. Тут надо прямо как-то в цепи вот так это объединять, чтобы колбасить его пошибче.
сколько штук. Не хватает заряда, а? Чуть-чуть бы побольше. Чем вот это не зацепляет? Тихо, надо смотреть. Смотреть, куда голограмма перемещается. Я за прошлой голограммой не уследил, она убежала. Ребята, но он не мешает. Смотрите отсюда, мы солдаты грёбаные. Ай, как меня там захерачат. Сука. Интересно, на каком топливе он летает? Без понятия. Охотник против безволосого йети. Странные существа обитают в наших лесах. Давай еще раз. Замочили, сволочи, а? Смотри, как. Полбасик. Ну-ка, одна корова. Я видел, во что она взорвалась. Прикольно, когда они в цикле так вот объединяются и все как их трясёт. Надо прям. Чувствуется активность. Ну, давай. Где корова? Соединяйтесь. Вот. Следующий. Было бы прикольно, если бы он тут пока сразу херачил. Тогда вообще без проблем. Я бы еще успевал на чуваков отвлекаться. Ах ты, сука. На гранате подорвался. Это коробка маловато. Ребята, вы зачистили гранатами. Так он видел на корабле. Ай-яй-яй-яй-яй. Окей. Ладно, попробуем туда вернуться, когда побольше здоровья будет. Чё-то слабовато. Хватает. Надо глянуть, можно ли качнуть его ещё. Так, щит пока не качнуть. А он стоит 1500 штуки. Давай, следующее задание. Ну, костюмчик меня радует вообще. Забавно. Вечеринка у бассейна с инопланетянами. Отлично, Крипто. Солнечная Санта-Модеста. Для начала отыщи в этом городе Альфа-Самца. Возможно, тогда мы наконец сумеем понять, как у людей устроена эта их идиотская социальная иерархия.
Сканируйте гуманоида. Окей. Главное это аккуратненько делать. А, блин, зачем я в нем мозги начал вытягивать? Все, спалили. Провал. Сразу же. А, да, я понял. Я случайно начал у него мозги вытягивать, хотя надо было его просто у него переодеться. Крипто, первое, что нужно сделать, это взять дискайз. В этой миссии это важно, что ты полностью инкогнито. Если твоя истинная форма видна кем-то, то миссия... Превращаемся в чувака. Давай, чтобы он забыл сначала, получается. Потом превращаемся в него. Окей. Так, что мы? Главное не забывать мысли прочитывать, чтобы он маскировка не слетала. Нируйте гуманоида. Ну давай. Вот подлец этот мэр, 500 баксов получил перед выбором, до сих пор нас не позвал на мотель-вечеринку у бассейна. Может быть, все-таки разослать фотки в его газет? Еще надо. Давай, третьего. Полохват. Мужик, что надо. Явно обожает вечеринки у бассейна. Тренируйте гуманоидов на вечеринке у бассейна. Давай. Прям не будем туда заходить. Будет тут у них вечеруха вообще прям так и прет. Агенты Majestic используют приборы, создающие помехи. Они сбивают работу головаси и мешают сканировать мысли. Если агенты Majestic находятся под действием команды «забудь» или «отвлечение», они не понимают, что перед ними головаси. Импульсные мины нужно разряжать, чтобы они не создавали помехи для головаси. Чтобы не встречаться с агентами и импульсными минами, проверяйте радиус угрозы на мини-карте. Понятно. Давай, мы еще людей не досканировали. А что, его нельзя? Я, видимо, его уже прочитал. Ну-ка, до тетки достанет? Да, достает. Так, досканируйте мэра. А этот как раз Majestic'а стоит. До него не добраться, да? Нет, смотри-ка. Там мэра достал. Потому что бездельники Рокли ржали с самогонкой. Я что, теперь должен делиться властью? Я свое место купил задорого. И это мой город, и федералам тут делать нечего. Убейте гостей на вечеринке, утопите гостей на вечеринке. Окей. Утопить так утопить. Беспредел. Сколько еще? Двое. Тихо, это не так. Тетя. Majestic пошел на красный. Блин, не ты еще. Еще один мент. Высосим немножко макдов. Сюда. Давай мэрские мозги высосим. У чувака сейчас тоже мозги вылетят. Только долго что-то происходит. Так, последний чувак, да, остался? Последний в три. Давай сразу же у него вытягиваем. По парню немножко мозгов. У всех стандартно по 25 выдает. Да, тут, конечно, цены кусаются. Дороговато. Многие тарелки в руках. Возможно. Я что-то не обращал внимания.
Так, вот это мозги там вылетели. Давай собирать. Подколбасим его чуть-чуть. Бля, там что, армия что ли приехала? Плохо дело. Давай. Мне нужны твои мозги. Больше ничего. Шокер это я. Не, нормально, в принципе. Не критично еще. Давай, тетки, мозги высоси. Хотя там, возможно, и нечего высасывать. О, чувак сразу под раздачу попал. Поджарим его. Кто стрелял? Иди сюда. Кто стрелял? Кто сейчас стрелял, я вот не видел. Не успел. Инвейдерс! Конечно, инвейдерс. Иди сюда. Интересно, он успеет добежать до куда-нибудь? Видимо, нет. Как раз. Повытянем у людей немножко. Отдыхающих. Раз эти грабы не отдыхающие. А можно побольше сразу? Вот сразу у троих получилось. Как пробки улетают. Прикольно. А вот этого не зацепить. А иди-ка сюда, вот так вот. Куда ты? А, тихо, тихо, тихо. Я забыл совсем, да, урон на нас. Майя, дико себя. Они пытаются в море от меня спрятаться. Но не тут-то было. Убираем. А тот уже как раз мозгами прыснул. Да, мужичка немножко вытянем. А вот следующего сразу же как-то. Можно? Я бы так чик-чик-чик по цепочке было бы прикольно. Вот так вот. Ой, тут прям в рядок стоял. Как говорится, соти не хочу. Так, мужик, я ж тебя это... Бани свои мозги. Мозги. Я там где-то тетка бежала, а вот он. Я уже соскучился. Так. Лоп. Иди сюда. Так, последнего, короче, вытягиваем. Погнали добивать задание. Раз за него встанем. Нет, по-моему, не зачитали последний мост. Сражение не привлекло внимание местного служителя правопорядка. Будь осторожен. Чтобы справиться с полицейскими Санта-Модест, тебе понадобится новое оружие. Я разблокировал лучевой дезинтегратор. Попробуй его на легавах. Сейчас попробуем. Так, лучевой дезинтегратор, 60 выстрелов. Убейте копов, уничтожьте полицейские машины. Ну давай, давай сначала тачки сделаем. Раз. Два. Еще три. Три. Нормально. Это они сами ко мне приедут. Четыре. Винтовская тачка, да? Она самая. Прикольно, что они лучом они сгорают. Ну точнее, вот это вот дезинтегратором они сгорают. Надо бы где-нибудь патроны. Метаморфизация. А патроны? Да, 60 патронов, отлично. Стреляем, стреляем.
Лучом, конечно, чуть-чуть побыстрее, потому что они там толпой трясутся. Но и это тоже пойдет. Сколько, еще 4 человека убито. Я бы у него мозг немножко пососу. Да, этого завалим. Я успел собрать последний мозг. Все, уже уровень-то пройден. Скелет стоит обуглен. 100% вернулся на корабль. Так, безумие на вечеринке в мотеле. Молодое поколение Санта-Модеста хватило джазовой истерии. И у них поэтому мозги повылетали. Ну я там, конечно, народу еще потопил, будь здоров. Так, я вот это дело хотел. И попробовать двинуть опять на коров. Качнуться можно? Нет. Нельзя качнуться. Плохо. Давайте. Так, может быть, на что-нибудь еще хватит? Ядерный распухатор. Но они, наверное, тоже могут как-то загораться. Смерти. Бумс. Кроме вот этого я пока ничего купить не могу, но и это пойдет. Земля горит. Бывает. Домики какие-то. Палочник. Так, смотрим, что там у нас по спинам. Спинный крипто. Это такое себе. Давай с рогами будет. Так, выбор задания. Да, попробуем на буст. Начну. Я зря качал, что. Давай попробуем еще раз коров пострелять. Глядишь, прокатит. Мы сейчас днем будем ломать. Когда был вечер. Оставь меня одну. Конечно. Давай. Будем мочить коров. Блин, тут голограмма плоховато видно. Давай, все сюда. Вот так. Ну уже куда быстрее, конечно. Чуть-чуть получше. Прямо вот их вся, их всю толпу трясет. Вот так объединяем. И вот этих вот. Да. На всех хватило. Почти. Короче, можно 3-4 коровы вместе колбасить. Вот, давай. Так, еще несутся. Давайте все вместе. Сколько тут? Штуки 3-4, да, наверное, получилось. Куда корова-то ускакала? Ладно. Дикая голограмма. Машины все рушат. Кстати, а чат вообще никто на меня не нападает. Шикарно. То есть надо было немножко качнуться, чтобы на меня никто не нападал. Давай, осталось-то немножко. Так, почти.
понятно, главное проследить, куда она едет. Вот они. А теперь понятно. Давай. Да, теперь нападает на меня. В принципе, главное дожить до золотой звезды и все. До третьей, короче говоря. Все, третья звезда. Это уже покер. Главное просто выжить и добраться к самому. Все, попкорн заодно. По это самое. Все, готово. Понял. Ах ты, как раз с этого мозги вылетели. Ладно. Я, наверное, успею. Сейчас, смотри-ка, я успел. Чудо. Чудо чудное, диво дивное, 1200. То есть, получается, если там можно все время это одно и то же проходить, то, по идее, можно нафармить себе. Нафармить себе деньжищ, ДНК. Просто несложно мочить толп. Так, 1300 я заработал. Что у нас тут открылось еще? Что хватает? Угу. Дезинтегратор. Так, а если тарелка? То есть желательно бы, конечно, луч качнуть. Он же пригодится. По-любому пригодится. Горян онлайн, привет. Спасибо. Спасибо, что зашел. Погнали, третье задание. Костюмы, коровы. Роковые телеящики. Примите перегрузку, чтобы привязать технику ГУМа. И посмотрим, что за роковые телеящики. Крадется в костюме корова. Да нет в них ничего такого. Местность может быть обманчива. Городские гуманоиды более хитрые, злобные. Хлипкие. Их сложнее обмануть, так что держи ушки на макушке. Только не на виду. Давай сюда. Красиво умно. Ну что там? Мы получили добро на первый этап. Наш парень внутри. Ждет сигнал. А запись? В портфеле. С нужного места мотать не надо. Воздействие на подсознание через телевизор. Интересно. Что мажестик выдерживает дальше? А, ты про риторические вопросы когда-нибудь слышал? Нет. Ладно, проехали. Снова эти черные костюмы. Что такое Majestic? Точно не знаю, но у меня зародилась идея, Крипто. Подожди, дай-ка найду чем записать. Если мы хотим достичь успеха, недостаточно просто читать мысли гуманоидов. Необходимо их контролировать. Собираем мозговые стволы, будет проще. Если сперва, так сказать, подмазать шестеренки. Это расплюнуть, да? Или как мы это сделаем? Твои друзья в черном указали нам верное направление. Что за верное направление? Ага, уничтожьте машину взрывчаткой. Взрывчаткой. Где взять эту взрывчатку? Где взрывчатку-то взять по дороге? Вообще не вижу упор. Где взрывчатка? Тихо. Вон вижу. Главное сейчас аккуратненько. Почти. Он сейчас разгонится, да, только быстрее. Их вообще хер поймаю.
Где взрывчатка-то есть? И что же вечно по городу гонять не будут? В принципе, я попал. Я половину хп у этого машины снес. Осталось немного. Here's Johnny. Это фраза с фильма «Сияние». Так, сейчас. Аккуратненько, как долбанем. Готово. Убейте агента с портфелем. Пойдем. Кто из них? Кто двое? А, и все, да? Окей. Мозги. Давай мозги сюда. Готово. Вон и тут и у того заодно. До кучи вылетели. И сюда. Доберитесь до телецентра. А тут еще. У этого чувака мозгов не вытянул. Готов. Тетя там сидит. Иди сюда. Далеко не уходите, мадмуазель. Вот сколько ментов. Все с мозгами. Готово. Что, будет еще кто? Опять менты? Ну давай. Радуем. Давай, еще одна. Давай. Мне нужны только твои мозги. My head, my head. Ой, тут правда же. Этот правда же с мозгом расстался. Без лишних усилий. Так, что-то ментов все прибывает. Надо, наверное, валить уже отсюда. А то я сейчас не вывезу. Давай, все сюда. Вот этим макаром очень похоже по геймплею прям. Тоже там такая стилистика была. Тоже 50-е, 60-е года. Игра называлась Top the Zombie. Там нужно было играть за зомбаря. О, тихо, надо валить. Солдаты прибыли. Валим. Там нужно было играть за зомбаря и пожирать всех прохожих, и потом эти прохожие за тобой тоже там в виде зомби носились. Так, закрытая зона. Или центра я добрался. Походу он обучался у хэдкрабов. Да, возможно, но я не исключаю вообще. Там где-то еще будет дальше анальный зонд, то есть через жопу мозги вытягивает. Веселая штука. Так, сканируйте сонного Эрнса. Так, ну за мной, по крайней мере, никто не охотится. Давай, пусть... Типа в забытие уходит. Сканируем. Скоро я докажу, что людьми можно управлять пропагандой по телевизору. Открою собственный канал новостей. Так где же эти агенты, Маджестика? Или они думают, Америка сама по себе будет мозги промывать? Так, мозги его просканировал. О, можно эту штуку собрать. Утопите сонного Эрста в океане. Это запросто вообще. Где он? Вода. Та-дам! Уничтожьте машину. Тоже запросто. Эх, застреваю. Так, готово. Отправляйтесь к жилищам гуманоида. О, а он взлетит на такую высоту? Да? Нормально. Тут ничего, секреток никаких.
Куда надо? Давай. Итак, Крипто, наш план. Мы используем это телевидение в своих целях, чтобы заставить человечество покориться великой империи Фурона. Бешеный чувак. Если ты отогнешь антенны в сторону нашего корабля, они смогут принять фуронскую программу, которую я транслирую. И это хорошая новость. Плохая? Его плохих новостей нет. Гнем. Вас. Так, не касайтесь земли, главное. Чтобы дополнительно выполнить задание. Тихо. Готово. Так, полечу. Тихо. О, отлично. Давай, ну, гни ты антенну. Время придет. How can I love Lucy when she's off the air? По идее, полторы минуты это должно хватить. Четыре штуки осталось. Тихо. Главное до земли не докоснуться, чтобы выполнить побочку. Так, еще три осталось. За минуту, я думаю, успею. Чуть не упал. Карлсон, который гнет антенны. Давай. Тихо. Вот так. Еще 40 секунд в запасе. Гни не хочу. Все. Поехали. Передача данных на счета. Завершение загрузки. О, это просто невыразимо. Влезем в мозги. Отлично, теперь мы увеличим мощность. Стой, Крипто, сигнал слишком силен. Мозг гуманоидов не выдержит такого напряжения. Гора тонка. Треть. Крипто, скорее, загни антенну, пока они не... О, как это больно, наверное, мерзость. Тех мозги лопаются. Крипто? Ты где? Пойду-ка перекушу. Ага. То есть у всех головы взрываются, а он решил тоже погрызть мозги. Так, задание выполнено. Да, 100%. Готово. Так, множитель Гартана. Экотрон, это, по-моему, ускорение, состав, ракетный ранец, кинетический интеграф ускорения, щитовой сверхпителя. То есть, можно щит свой качнуть. Молния испепелила целый квартал, 12 погибших электриков приведут к суду за некачественное заземление. Ну, как обычно, прям как у нас в России. Кто угодно виноват, только не инопланетяне. Так, ты хотел совершенствовать тарелку или что-то чуть-чуть ближе к телу? Ну, тут особо-то выбора нет. Чего дезинтеграция? Перекинез нет. Я не думаю, то, что прямо сейчас нужно ускорение. Кит качнет. Второе тоже нужно. Так, 650. Наверное, уже на больше ни на что не хватит. Что не хватало?
Все остальное вообще закрыто. Ну тут по мере прохождения миссии сейчас, значит, открывается. Давай архив. Поменяем скинчик. Скинный. Было. Клоун. Ну, клоун с Джокером, по-моему, вообще разницы нет. Клоун. Джокер. И не меняется. Задание выполнено. Так. Да, просто. Просто вот стандартный кейт. Или Элвис взять. Так, Элвис в здании. Так, открыто новое испытание, гонка. Ну, чтобы гонку пройти, соответственно, надо будет вот этот ранец реактивный прокачивать. Его пока денег нет. Давай. Похищение открыто, буйство. Тут у похищения, блин, сложно тут. Людей надо как-то таскать. Я всех не успеваю. Давай посмотрим, что тут. А, нет, тут сначала надо придется... следовать местных, получится. Вроде получится. Стало счастливо, раз надо уйти. Спасибо за удачки. Тебе тоже удачки. Посмотрим, что за побочка. Ой, тут рядом совсем. Буйство. Что там, уничтожьте гуманоидов? Угу. Просто их. Просто расхерачить. Давай, первое потенциальное готово. Херак. Готово. Точнее бы они остановились, было бы здорово вообще. Вот так вот, толпу. Получится один минут. Типа, прям троих просто защитил, нормально. Не, мне кажется, я не успею. Много ли оружия другое, мне что-то иначе делать. Не, я вижу то, что я даже на этот не успеваю. Ну, уничтожена дикая обезьяна, разлагающийся труп отравляет воздух в пригороде Санта-Модеста. Ладно. Дальше качаем. А, подкачаться и потом пробовать. Еще раз, побочку топать. Начать задание. Угон мозга по-фуронски. Пройдите врага за зомбированного союзника с помощью команды зомби. Я хочу, чтобы ты собрал все мозговые стволы, которые уцелели после трансляции сигнала. И заодно, пока будешь собирать стволы, извлеки-ка еще свеженький мозговой материал у живых человеческих существ. Так, соберите перегруженные мозговые стволы, свежую ДНК. Используйте анальный зонд на гуманоидах. Угу, анальный зонд добавили. Отпустите кнопку, когда вспыхивает... это чтобы зондировать объект и зацепить мозг.
Пойдем мозги выковыривать через жопу. Здрасте. Че не сработало? О, давай. Кстати, мозги вот таким образом чуть побыстрее вытягиваются. Блин, надо, короче, качать анальный зам. Это весело. Я, может, чтоб толпу захватывал, было бы клево. Тут и мозги парнятся. Так, ну. Ты не попал на него? Вот урод, а. Ну, не попадает. Ладно, давай подальше отойдем. А что-то тут много народу. Есть кто? Из мирных. Вообще никого нету, все разбежались. Серьезно? Ладно, иди-ка сюда. Так. Че троих? Все, я же ее поймал. Че надо? Может, у нее мозгов нет? Давай другого кого-нибудь поймаем. Погнали таки, а? Смотри. Смотри, какие суки. Это вообще нельзя просканировать. Точнее, выдернуть у нее мозги из жопы. Ну-ка, у тебя можно? Да, можно. Он как-то у определенных людей, что ли, мозги из жопы вытаскивает. Как будто на пяток это не работает. Нет, смотри-ка. Этого тоже не работает. Вообще никак. Там за мной же погоня, народ несется. Хотят моей крови. Подожди, я еще не высосал все мозги. Через жопу. Жопные мозги. Ну-ка, мужик, иди сюда. У тебя есть что высосать? Никак вообще. Ну, не работает, конечно. Ни хрена. Может быть, на определенных? Только людям можно. Сработало? Нет? Нет, не сработало. Странно, он как-то работает, этот аномальный зонд. Я бы сказал через жопу, но это будет тавтология. Нет, сработало. Хотя... Она так еще остановилась, надеялась, то, что я у нее мозги вытасу. То есть понятно, надо немножко нацеливаться. Так, соберите перегруженные мозговые стволы. Давай, переключаемся на другое оружие, короче, сразу же. Побочку сделал. Мозги через жопу повыдергивал. Ранен мозг. Так, отлично.
один пропустил. Это тут. Да? Здорово. Блин, чуваки, у вас бы мозги у всех потом повыковыривать. У вас тут больно много. Просто до хрена, наверное. Сейчас бы твоих сразу можно увидеть. Короче, надо качать анальный блок, но гораздо прикольнее мозги вытаскивает. Если быстрее. Вот как, сбор. Только собирай. Как на грядке. А солдата? Нормально. Вон, а там куча мозгов. Прямо клондайк. Все мозговитые. Готово. Ладно, пошли дальше. Это заглушилки такие стоят, которые, то ли по-моему из-за них, я насколько я понимаю, получалось у меня стрелять. Готово. Прям перегруз идет. Ну-ка давай долбанем ее. Мозги. Последняя, да, партия? Сколько? Две штуки осталось. Нормально. И последняя. Все, отлично. Порядок. Перегруженные мозговые стволы собраны. Готово. Топлсен. Возвращаемся на корабль. А странный снайпер возвращается. 16 трупов, загадочный стрелок на Кленси Стрит. Давай. So what would you like to upgrade, you little ball of... да, есть мне кое-что. Так, увеличивает урон, нанесенный с успешным зондированием. Увеличивает временной интервал для успешного. А ну. И то, и другое хоть отлично. Все отлично. Из которой вытаскивает мозги из жопы. Отлично. Чумовой расклад. Таня. Тоже гонка открылась. Но у меня ранец не так. Даже нет смысла туда. Давай еще раз задать. Атмосфера прям мульт Никелодеон? Ну, возможно. А какой именно мульт? Никелодеон-то там же много было. Сенсация американского фастфуда. Правительство. А правительственные ученые борются с красной угрозой, улучшая наше питание. Красная угроза, я так понимаю, то, что это коммунизм имеется в виду, Россия, вся херня. Давайте перед заданием прервемся на минутки на три. Сейчас я подойду. We'll be right back.
Поехали истреблять человечество. Крито, ты должен выяснить, кто замышляет гуманоиды и ученые. Хочу понять, как они связаны с Маджестиком. Так, сканируйте ученых. Погнали. Сначала, наверняка мне надо замаскироваться от этого чувака. Никак. Ловайся, давай. Превращаемся в обычно. Тихо, тихо, блин, зачем он мозги начал вытягивать? Сразу же спалился. Ну-ка, если убежать это. Нормально, вроде прокатило. Ну, я смотрю, они тут настороже уже. Я уже шуганулись. Ай, блин, ну что ж такое-то? Чем я сразу мозги у них вытягиваю? Да. Кнопка вытяжка мозгов и кнопка сканирования просто мыслей находится рядом. Эх, путаю. Убийство ученых, изобретатели пищевой добавки, найдены мертвыми. Как обычно, все виноваты, кроме инопланетян. На Джимми Нейтрона, кстати, да, да. Вот очень рисовка похожа на Джимми Нейтрона. Давай, головайся. Маскируемся. Главное, кнопки не били. Так, вот тут Маджестик стоит. Чё ну? Давай его сканируем. Первый. Главное вот на эти круги не попасться. Аккуратненько все сделать. Так, побыстрее, он никогда не бежит. Так, Крипто всегда движется в фургон сладкой ледяной пищи, однако, по моим данным, он везет теплокровных гуманоидов. Нет, не вздумай стрелять, это в высшей степени подозрительно. Подожди, пока сперва отсканирует тех, кто уже что-то там. Так, второго отсканировал. Я, в общем, если попадаю в эти на радаре красные, ой, ну, зеленые круги, тогда получается вся маскировка у меня слетает. Опять фургончик с учеными вместо мороженого. Сканирую ученых, как только они вылезут наружу. Ага. Окей. Так, у меня маскировка заканчивается. Второй-то вылезет. А вот он. Сканирую. С самого детства еще в Штругарте я мечтал подсыпать какое-нибудь дрянь в еду сразу всей стране. Теперь мне за это платят. Так, и мне хватит? Да, он достает до него. Так, психотропные препараты в этом шайсе превратили подобных крыс наркоманов в параноиков. Поднимитесь на борт тарелки. Окей. Бегаем обратно в тарелку. На придира, привет. Необычный формат, получил зарплату 30, приятно удивлен. Нельзя повышенным. За 22 физически больше пахал. Но повышение зарплаты это всегда приятно. Я тебе точно могу сказать. А чё он не выходит? Снимаем маскировку. Виктор Плей, привет. Спасибо за лайкос. Так, уничтожьте конвой, уничтожьте забегаловку Кэсси, звездную забегаловку. Так, конвой. Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько. Вторую. Конвой это вот это? Так, где-то тут еще конвой был. Так, ученые готовы. Уничтожьте конвой еще. Короче, вот это конвой, да? Это конвой.
уничтожаем забегалов. Нормально. Готово. Уничтожьте ученых из забегалов. Интересно, что там ученые из забегаловки делают? Просто жрут, что ли? Непонятно. Черт, забегаловка тоже захвачена. Надо окапываться и держать оборону. Ты как знаешь, но лично я не собираюсь сидеть. Не трясись ты как деточка. По рации только что сообщили, армия на подходе. Танки там, все дела. Слава богу. Маджестику слава и фигуре. В какой-то веке от военной будет польза. Пора хватать тачки и показывать класс. Меня никто не остановит. Так, уничтожьте армейское имущество. А что является армейским имуществом? И фургоны с мороженым. Причем один фургон. Это армейское имущество? Нет, это не армейское имущество. Так, а что тут у нас с армейского? Что-то ни танков не вижу, ни хера. А где тут чё? Вот фургон, допустим. Ага, вот танки. Готово. Ага. Снаряды летят. А, меня атакуют. А, кирдык вообще. Меня расстреливают. Где? Откуда стреляю? Зенитчики сраные. Так, армейское имущество. Где еще? А, я не успел. Ненавижу плагиат моих киноляпов и из разряда сложный. Про простые молчу уже. Че, много плагиатят? Лунная катастрофа. Испытательный полет провалился, во всем принят. А, во всем винят мартышку-астронавта. Че, тебя кинопредира много... Тебя этот, как его... Много плагиатят? Или, может быть, ты плагиатишь? Так, давай к военным. Тут ни хрена нету. Танки, давай. Раз. Два. Три. Четыре. Готово. Давай еще немножко. Так, за временем. Короче, на shift надо нажимать, чтобы снаряды эти раскирачить. Понятно, как их разбивать, короче. Пошли в жопу со своими снарядами. Так, уничтожьте фургоны с мороженым. Один отбил. Почти. Чё так ракета до хрена в меня летит? Йоу, ребят. Все, готово. Бля, одна жизнь осталась. Все вроде. Вроде да. Доставьте агента для допроса. Какая-то ракета летит. Вроде убил. Так, нужно похилиться, короче. Где машина? А, блядь.
Канал Кинофейл плагиатит. Если бы я плагиатил, то этого видоса у меня на канале не было. Про плагиат уж поверь. Хреново то, что он плагиатит. Плохо, когда у человека своих идей нету. Лучше, да, я думаю, вообще каналы не заводить. Если тебе рассказать нечем, ты начинаешь чужие идеи воровать. Лунная катастрофа. Испытательный полет провалился. Во всем винят мартышку астронавта. Но это уже было. Так, доставь агента для допроса. Давай, аккуратненько. Раз. Где еще тут у нас стрелковые, блин? Второй. Готово. Так, вон еще вижу. Ага, вон он цель, короче. Готово. Готово. Так, вон еще тут куча. Просто дохера. Пошли в жопу со своими ракетами. Стреляй там. Нахуй. Так, где он? О, блин, я не успел. Так, я его вроде схватил. Как он его медленно тащит, а? Ах. Они его, короче говоря, взяли и, блин, своими ракетами долбанули. Или я его убил, не знаю. Убийство агента. Убит агент сверхсекретной организации. Репортер, сообщивший об этом. Ну ты молодец, раз понимаешь, Леша, мои эмоции к таким людям. Ну да, да, ну а что же не понять-то. Плагиат это всегда как бы не очень-то. Я понимаю то, что там цветов всего 3, нот всего 7, поэтому типа... Йоу. Ну, ну ты сам понимаешь. Сделай что-нибудь сам, да и все. Если не умею делать, лучше не браться. Так. Да, улетели. Бля, не успел последнюю ракету поймать. Иди сюда. Блядь, не вовремя. Вот. А что ж такое-то? Короче, надо хилиться. Где тачка? Задолбались со своими ракетами. Да что ж такое-то, ну не получается что-то ни хрена. Беремся. Так, ну давай еще одну машину запитоним. Меня, по-моему, отнимают больше, чем я хилит. Болота. Давайте, где там у вас эти всякие ракеты? Прям аккуратненько тут все эти противоинопланетные хреновины порасколотим. Готово. Еще есть что? Вон она, сука, стоит. Я, походу, опять не успел. Танк. Это танк уже завалил.
только ракета летит. Давай. Успел. Успел. Блин, надо хилиться опять. Хилиться только с помощью тачек. Ах ты, падла! Стоит он у меня тут, стреляет. Вот этот, суки. А хилиться вообще не дает. Танк пошел в очко. Ну-ка давай вот тут хилимся. Че? Че не получается? Рано. Эту тачку можно сожрать, скажем так. Это можно? Да, можно. Почти целое здоровье. Нормально. Пойдет. Так, у нас что тут еще? Стрелковая есть какая-нибудь дичь? Вроде все уже. Проверяем. Все вроде. Больше не осталось вроде этих ракетниц. По крайней мере, никто не стреляет. А, иди-ка сюда. Мистер. Это покер. Это мелочь. Так, давай, воруем чувака. О! Здрасте, Настя. Она только собралась ко мне, разворачивался. А я. Так, чувак, иди сюда. Валя. Валя, чуваком. Надеюсь, его сейчас не убьют. При земле отправляемся. Все, поймали этого уродца. Элла из Дании. Сдуйся, Клаату. Думаешь, я испугаю космического хомяка-переростка? Сейчас проверим. Так, приступим. А как подступим? По-хорошему или по-плохому? Убирай. Что ты знаешь про сбитый фуронский корабль? Про что? Извини, сейчас на детский язык перейду. Летающая тарелка. Где-то разбилась или ее захватили? Ни единого слова не понимаю. Ага, сейчас. Что тебе известно про Маджестик? Я только одно знаю. Мы с тебя зеленую шкуру спустим и пнем так, что до Марса раком долетишь. Я... Это оружие. Где вы его производите? Сколько всего агентов в Маджестике? В каких еще городах есть ваши люди? Выключи злость. Включи садизм. По-моему, тут нужен мегазонд. Сейчас агента пропердорят мегазондом. Что, мартышка, больно тебе? Хочешь, чтобы это прекратилось, да? Тогда расскажи папочке всю правду. Эксперимент, контроль, сознание, Роквелл, кино, ДНК фуронов, зона 42. Готовься к возвращению на базу, Крипто. Мы отправляемся в Роквелл в последний раз. Минутку. Сиди смирно, мартышка. Я сейчас. Задание выполнено. 100%. Федеральный агент похищен. Совет отрицает бегство двойного агента. Это. Так, посмотрим, что там. Очнуть можно. Так, извлечение мозга.
увеличивает зону заражения при взрыве человеческой головы. А зонт у нас... Так. Чтобы я вот этой хрени пока не пользуюсь. Чит. Чит можно почитать. Ну, давай качнем щит. Здоровье-то лишним не бывает. Еще одну. Так, тут он как... Пение будет. Ну, давай. Начинаем задание. Зомби недоросли из космоса. Teenage zombie from the outer space. Бегайтесь, агенты, они могут блокировать сканирование мысли и сбивать маскировку головы. Меня от этого тухлого городишки тошнит. Тут вечно ничего не происходит. И танцевать негде, и рок-н-ролл не играет. Ладно, хоть в добегаловке у реки есть музыкальный автомат. Для меня музыка как золотой дождь. И слова твои золотые, детка. Там снаружи огромный мир, и мимо нас вся жизнь проходит. Как же нам отсюда выбраться, Билли? Этот город – болото для вольных сердец. Я ведь горю! Новая жизнь вам нужна, ребята. Именно. Новая жизнь и новая цель. Точняк. Никогда не думал про нас безопасность. Над что? Пора взрослеть, Ромео. Вокруг тебя красные. Они всюду, их миллионы. Дай им волю. Думаешь, ты бы долго носил школьную форму? Вы серьезно? Вот, держи буклет. Там все подробно сказано о том, как защитить родной край от нашествия коммунистов. Спасибо большое. Точняк, у вас говорят. Блинский блин, вот это настоящий патриот. Настоящий американский герой. Странная баба. Последний всучил. Кажется, ни одного сопляка в этой вонючей дыре без чего не оставил. А как там наша кинопленочка? Смотана и к запуску готова. Прыщавый киномеханик ни сном, ни духом. Ха-ха-ха. Вот детишки удивятся, когда на шестой бобине герой-любовник вдруг превратится в борца с красной угрозой. Отличная работа, агент. Как раз вовремя. Санта Модеста ждать не будет. Так что гони на красный. Ясно? Так точно. Так, похоже, секретный агент получал приказы от типа в очках. Мне взорвать этих уродцев? Спасибо, Крипто, но у меня есть идея получше. Видишь площадь с большим экраном? Гуманоиды приезжают туда на своих транспортах внутреннего сгорания и смотрят проекции изображений для развлечений. Чего же мы еще делать-то? Но мы перетянем их эти расплетенное одеяло Маджестика на себя. Окей, двигаем к кинотеатру. Что-то ускорение такое себе. Спалился. Маскировка нарушена. Наверное. Блин, тут собрал. Ну-ка давай. Так. Убить агентов, открывающих, охраняющих открытый кинотеатр. О. Окей. Давай высосим. Высосим у него все, что есть. На расстоянии я могу у него мозги вытянуть. Давай, наверное, с зомбом. Ну, не спалился хотя бы, и то хорошо. А, наверное, зомб такой себе. Майка.
Так, прекрасно. Я создал специальный фильм, который точно понравится зрителям. Забери его, сделай милость. Так, а народ-то что-то нервничает. Никто не видит. Голограмма. Голографический проектор. Так, убить агента, используя полицейского. Убить полицейского, используя агента. Я знаю, это на мента не похож. Кто стреляет? Так, это менты. И агенты. Че он не убивается-то? Нет, не получилось. Что ж такое-то? Так, это мент. Я агент. А не убить его нахуй. Окей, что-то не получается у меня агентами долбануть ментов, а ментов долбануть агентов. Давай еще раз. Давай, хватаем мента. Это агент. Кто-то умер? Вроде умер. Давайте, где все-то? Тишина вообще. Так, это бегут менты и один агент. Я его убил? Да нет. Агент. Бля, не попасть, а ты смотри какие. Что ж такое? Защитите проектор. Задание. Так, одного успел. Так, и... агента мента. Мент-то бессмертный. Это агент, да? Вот мент. Иди сюда. Тихо, это мент. Камон, подколотим чуть-чуть. Ну, бессмертный какой-то, а? Ты смотри, блядь. Сука. Не попасть, блядь, да? Ты смотри. Одного попало, вторых какие-то эти бессмертные чуваки. Давайте. Так, агента, используя полицейского. Это агент. Сейчас мы подобьем чуть-чуть. Чтобы... вот так. Че, это был мент? Мента ментом завалил, да? Давайте. Допустим. Вот
так и отправляем. Агент. Так. Теперь берем. Ай, блин, я мента завалил. Эти агенты используют полицейского. Вот агенты как раз. Там его подобьем чуть-чуть. И теперь убиваем. Эти агенты используют полицейского. Полицейский. Агент. Да, что ж такое-то? Замен. Его хватать и мочи. Все. Теперь главное просто продержаться. Ну, держись. Держись, чувак. Все нормально. Подхил. Готово. Прямо всю толпу нахер. Все. Автоматом, сволочь, прилетел. Пару мозгов еще вытянул. Нормально. Пройдено. 100%. Возвращаемся. Вороны набирают обороты. Сериал «Знакомство с воронами» понравится всем. Та-дам! Так, ну, посмотрим, что тут на 2000 можно купить-то. Так, извлечение мозгов. Угу. Где это все, блин? Увеличивает срок действия головаси из мирного жителя. Вид хотя бы полностью так. Ну давай, огнемет, короче, начнем. Тут еще, по-моему, что-то... Как тут? Ну, хватит. Вот это. Готово. Собственно. Тут у нас гонка. Похищение. Ладно, на этом мы закончим сегодня. Спасибо, ребят, что зашли, поддержали вопросами, комменты. Не подписался на канал, подписывайтесь. Комментарии.